Продолжаем работу по исцелению личностных потоков изобилия, которые блокируются нами витиеватыми чертами характера, интересными энергиями, которые мы пускаем в свою жизнь и активно развиваем. Сегодня мы поговорим о таком аспекте человеческого характера, как мелочность. Она блокирует на самом деле финансовые потоки и многое другое, в том числе успех. Мелочность – сестра манипуляции. Порой 5 копейками люди пытаются манипулировать другими людьми, ситуациями. И это действительно прискорбно наблюдать подобные ситуации. Что такое мелочность, наверное, объяснять не надо. Поэтому просто берем и исцеляем, мои дорогие. Принимайте эти звуки. Главное в этом случае то, что вы признаете, что вы мелочный человек, что ваши устремления действительно мелки и мелочны. И ваше решение это дело исцелить, самое главное, что вы можете сделать для себя прямо сейчас. Обратитесь к своей душе, соедините с ней, и вы почувствуете, насколько щедро мироздание по отношению к вам. Примите эту щедрость в свою жизнь, она изменит вас навсегда.